В эти выходные в Калмыкии с размахом отметили День российского предпринимательства. С профессиональным праздником представители бизнес-сообщества поздравил глава республики. Развитие предпринимательства – это драйвер роста, благодаря которому наша экономика быстрее адаптируется к новым реалиям. Сегодня этот праздник приобретает особое значение. Мы расширяем меры поддержки бизнеса Калмыкии в новых условиях. Рад, что наши земляки используют эти возможности и вносят личный вклад в развитие родной республики, поделился Хасиков.